Всем привет! Сейчас был продубас на садово-огородном инструменте системы смерти жукам. Вот на этом аппарате. И вы его пропустили. Ну, взамен этого я вам предоставляю продубас на Ориончике. Кстати, топливо заправлял в пропорции 2 мл к 10 литрам. Насколько здесь звездочка, не знаю. Привод был на две ноги. Вчера был сильный ветер, я вам уже рассказывал. Сухарика туда ветром укатило. Стоял вот в этом месте. Теперь он там хорошо как-то так вырулил. Не зацепился за забор, за ворота. Вот такие пирожилы. Сидишь. Стоишь. Нахрена тебе делать? На, нюхай цветы. Ты ж твои цветы, ты тут их поливать. Скажи всем привет. Глаза умные, сказать нечего, да? Ну, практически. Я думаю, что ветер сильный был, как бы там у кума в мотодворе, унесенный ветром, не улетел забор. И сейчас я съезжу его, погляжу состояние, стоит ли он на месте или он уже где-то там валяется. Пожарник. Отключусь, потом покажу вам там по месту состояние кумового забора. Что забор кумов на месте. Не зря после той катастрофы с забором он его обнизил, уменьшил парусность. Да может, в этом месте и не было ветра. Короче, вот так. Забор на месте, кума нет. Таксисты быстро ездят, тут перед ними не выскочишь.
что они там теленка доют. Блин, они, блядь, приедут, что-то начинать. Лена заебалась убирать, блядь. Банок, что не кидает. А что, они бухают там? Или стеленка, с теленком разговаривают, наверное. Всем спасибо, всем пока.